Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим ажурные, красивые блинчики на кефире, фаршированные ветчиной и сыром. Сегодня с вами Елена на канале «Найди свой рецепт». И в преддверии праздника 23 февраля к завтраку мы приготовим очень вкусные блины для мужчин с ветчиной, сыром. Мужчины будут просто в восторге от такого завтрака. Также мы приготовим блины, которые будут ажурные, с дырочками. Приготовим их на кефире. Друзья, на нашем канале достаточно много рецептов блинов, но многим хочется на блинах видеть много-много дырочек ажура. Такие блины мы сегодня приготовим. Блинчики мы будем готовить с дырочками на кефире, очень вкусные. Для рецепта я беру 2 яйца, добавляю 1 чайную ложку сахара, так как мы блины будем готовить с ветчиной и сыром, поэтому блины мы слишком сладкие не будем делать. Ложку сахара я взяла с горкой. Также добавляю соль. Соли беру 1/2 чайной ложечки и добавляю соду. Соды нам тоже приблизительно понадобится или точно 1/2 чайной ложки. Я все кладу и как следует тщательно все перемешиваю. Какой брать кефир по жирности? Имеет ли значение кефир, его жирность, качество? Хочу сказать одно, что если мы обычно на пироги берем кефир комнатной температуры, то в данный момент кефир мы будем брать холодный из холодильника. Я его выливаю. Заметьте, пропорция кефира, муки и кипятка у нас будет одинаковая по объему. То есть все ингредиенты, муку, кефир и кипяток, мы будем брать равных объемов. Я все тщательно перемешиваю. Давным-давно, когда раньше я готовила блины на кефире, я не любила их готовить из-за того, что блины получаются достаточно толстые, какие-то их сложно переворачивать. Сегодня рецепт заварного теста мы приготовим с вами. Я просеиваю 1 стакан муки. Мы приготовили основу для нашего теста. Она достаточно густая. Как мы видим, кефир с содой уже вступили в реакцию. Это хорошо. Кефир гасит соду. Мы не забываем это правило. И сейчас я буду пользоваться кипятком. В данном случае рецепт идеальный для тонких блинов. Блины легко переворачиваются. Кипяток у нас должен быть вар. Для удобства я перелью его в кружку, чтобы не обжечься. И мы сейчас прям вот с этим кипятком будем заваривать наше тесто, то есть его уже частично будем готовить. Оно у нас уже будет как бы заварное. Кипяток я вливаю частями. Очень быстро и просто мы приготовили с вами великолепное заварное тесто на блины. Оно у нас не слишком густое. От густоты теста очень сильно зависит толщина блинов. Блины наши будут тоненькие. И мы сейчас дадим нашему тесту немного остыть и дадим ему постоять минут 20, чтобы оно у нас, конечно же, выработало немного клейковины. Для дальнейшего нам понадобится растительное масло. Добавлять мы его будем непосредственно перед выпеканием. А я сейчас иду и разогреваю сковородочку. В тесто мы обязательно добавляем растительное масло. Добавляем 1-2 столовых ложки. Как следует все перемешиваем. Тесто перед приготовлением мы должны обязательно как следует перемешать, чтобы никакого осадка на дне у нас не было. Немного оно загустело, примерно вот стало, как, наверное, кефир. На сковородку я наливаю тоже для первого блина чуть-чуть, совсем капельку растительного масла, капелюську, для того, чтобы наш блинчик не прилип. И начинаю выпекать блинчики. Для того, чтобы наши блинчики удачно выпекались, мы сковородку должны накалить так, чтобы она у нас была
вот горячее-пригорячее, чтобы мы выкладывали тесто, и наше тесто просто отходило от сковородки. Вот примерно сейчас такое состояние. Я наливаю тесто. Тесто мы не должны наливать много, мы должны его налить столько, чтобы оно просто у нас покрыло сковородку, иначе никакого ажура нам не видать. Я выливаю тесто. Ну, как мы видим, вот сразу же дырочки у нас появились. И обжариваем блинчик сначала с одной стороны до готовности, а затем будем переворачивать на другую сторону. Какая температура приготовления? Слишком высокую температуру мы не ставим. Я примерно, вот у нас 4 деления, и я выпекаю на троечке. Блинчики кефирные, они выпекаются немножко подольше, чем на молоке. Ну, это прям доля секунды. И техника работы все то же самое, что и с обычными блинчиками. То есть у нас подзолотилась кайма, и мы начинаем наш блинчик переворачивать. Ждем, пока он у нас немножко обжарится. Обязательно пользуемся лопаточкой. Лопаточка нам нужна, чтобы вот мы не край блинчика переворачивали, а до середины блина лопатку нашу заносили. Я переворачиваю блин и обжариваем с обратной стороны то же самое, до такой же, ну, до цвета загара. Блинчики действительно получаются достаточно тонкие, даже не скажешь, что они выпекаются на кефире. Рецепт действительно удачный, мне он очень нравится, и сейчас мы будем с вами их фаршировать. Они такие тягучие, как бы не рвутся. Выпекаю следующий блинчик. В дальнейшем мы выпекаем блинчики, не добавляя растительное масло. Сковородка должна быть очень сильно горячей. И я выливаю тесто, и у нас прям вот на глазах образуются дырочки. Ажурные края, все как мы и загадывали. Тонкая структура теста, оно не рвется, оно достаточно такое плотненькое, вот прям можно сказать, что как резиновое. Для фарширования великолепные наши блины. Мы с вами выпекаем, немного я вот отделяю края, что они у нас уже золотятся сейчас, вот-вот мы сейчас начнем блинчик наш переворачивать. Аккуратненько я поддеваю лопаточкой и переворачиваю. Наши ажурные блинчики с дырочками готовы. Они такие тоненькие и прозрачные. Неужели можно приготовить такие блины на кефире? Да. Также мы готовим к нашим блинчикам и начинку. Я тонко-тонко порезала ветчину. Ветчина должна быть самого лучшего качества, ведь мы готовим для самых наших любимых мужчин. Сыр лучше взять мягких сортов, я его натерла, 200 граммов взяла сыра на крупной терке и 300 грамм взяла ветчины. Ветчина здесь у нас имеет превосходство. Немного покрошила зелени укропа и, казалось бы, все, а нет. Нужно обязательно сдобрить нашу начинку майонезом. Майонеза примерно добавляю немного. Примерно вот 3 столовых ложечки, так, чтобы наша начинка немного связалась, чтобы у нас не рассыпалась она. Все перемешиваю. Если, конечно, любите много майонеза, кладите, пожалуйста, много. Начинка сногсшибательная, завоюет сердце мужчины. Он у вас будет ручной. Любые желания ваши могут исполниться, если вы только скажете мужу: я тебе завтра приготовлю блинчики с ветчиной и сыром. Великолепный рецепт, начинка чудесная, она просто завораживающая. Я начинаю фаршировать блинчики. Фаршировать можно разными способами. Можно в серединку класть начиночку и сворачивать, как обычно, конвертиком, как мы это делаем.
Начинку кладите по своему вкусу. Она у нас достаточно объемная. Вот из 500 грамм у нас получилось целое блюдо начинки. Я заворачиваю блинчик конвертиком. Обратите внимание, что блины на кефире, они такие более мягкие, более тоненькие. Очень-очень вкусно. Конечно, мы сейчас с вами продегустируем. Блины действительно очень тонкие, заварные, прекрасные, великолепные. С ними очень удобно работать. Сейчас я блин разрезала пополам и просто выкладываю в него начинку. Заворачиваю его как бы в рулетик. Посмотрите, сколько много начинки и какой тонкий блин. Это волшебство. Такие блины можно приготовить только дома. Они безумно-безумно вкусные. Я выкладываю на блюдо разные виды блинчиков. Итак, блины мы с вами приготовили. Они очень вкусные. Я сделала для своего мужа. А вы? И, конечно же, сейчас я провожу дегустацию. Я пробую. Честно говоря, начинка самая-самая любимая и моя. Я пробую обязательно. Я положила вот прям начинки много, чтобы блины наши были богатые. Слов нет. Очень вкусно. Советую всем приготовить, порадовать близких. Завтрак великолепный, выходного дня, праздничного утра. Пробуйте, готовьте по нашим рецептам. Не забывайте, подписывайтесь на наш канал, найди свой рецепт.